Дорогие друзья, выбирайте, пожалуйста, себе спутника жизни, который соответствует вот этим, скажем, связям, про которые я сейчас говорил, ну и также вашему уровню сознания, на котором вы сейчас находитесь. Тогда ваши взаимоотношения будут максимально гармоничные. Вот. Кому это было полезно, поставьте лайк. Потому что поймите, на отношениях строится вообще очень многое. Отношения, они вообще занимают огромную роль в жизни человека. Потому что, ну, отношения, поймите, это возможность поговорить на какие-то любимые темы. Представляете, человеку охота чем-то хорошим поделиться. И вот из него это лезет, он пытается это выдать, а некому. А рядом человек, который его понимает, он говорит ему, и тот с удовольствием слушает, дополняет что-то, подсказывает. И они понимают друг друга вот с полуслова. И вот между чакр, да, у них постоянно вот этот энергообмен положительно идет. И они помогают друг другу развиваться, расти, становиться лучше и гармоничнее. Вот это как раз гармоничная связь. Именно по уровням сознания, дорогие друзья, именно по уровням сознания. Всех